Я уже рассказывал, как можно сделать макетную плату в случае, если у вас нет готовой, но есть представитель. Сегодня я вам расскажу другой способ, которым я сам пользуюсь еще в детстве. Этот способ позволит, имея определенное количество инструмента, но не имея представителя, делать себе хорошую, удобную макетную плату. Для этого вам понадобится лист фанеры, картона или пресс-пана, небольшие кусочки стали или латуни, латунная проволока, или, если ее нет, то стальная медненная. Благо, сейчас у нас есть средства, стали выполняться из стали с меднением. Итак, инструмент. Шило, отвертка, прямые и изогнутые подсосники, кусачки и ножницы. Так же, как обычно, желательно иметь паяльник и слюсы. Итак, первое, что вам нужно сделать, вам нужно сделать лобби. Лобби – это контактные группы вашей макетной платы. Они представляют из себя полоски, которые необходимо отрезать от вашего заготовки. После этого вырезанную пластинку необходимо изогнуть и выровнять. Таких пластинок необходимо заготовить десяток штук. После этого необходимо сделать шины. Удобнее всего шины сделать из латунной проволоки. Но если ее нет, можно взять стальную обедненную или обычную монтажную проволоку. Когда вы сделаете эти детали, необходимо будет в вашем основании сделать отверстие 4 круглых для шины и десяток прямых для ложбины. Вашу плату можно теперь готовой. После этого ее нужно только облудить. Такая плата хороша для сборки опытных конструкций. Но для того, чтобы сделать постоянное устройство, желательно все-таки использовать печатную плату.